В рамках социального партнерства компания Fusion Management провела в школах Серпухова конкурс «Классный повар». Наша съемочная группа побывала в 17-й школе. За звание «Лучшие» боролись три команды пятиклассников. Задача конкурса – воспитание у школьников навыков правильного питания. Оператор питания в школах Серпухова компания Fusion Management провела конкурс «Классный повар». Накануне Нового года кулинарные баталии развернулись и в 17-й школе. 24 юных поваренка участвовали в конкурсах и эстафетах на знание продуктов и ингредиентов для приготовления блюд. Новые фрукты, овощи, всякие рыбы. Интересно готовить очень сильно. Конкурс стал настоящим предновогодним праздником и кулинарным уроком. Свои знания дети смогут применить на практике дома. Для кого-то, возможно, конкурс станет отправной точкой в выборе будущей профессии. В актовом зале собралось около 100 человек. Ребят пришли поддержать родители, педагоги и болельщики каждой из трех команд со своими кричалками. Веселые вишенки, мы за вас, мы готовим высший класс. Fusion Management проводит подобные конкурсы во всех регионах, где организовывают детское питание. А это 9 городов в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. Каждый день компания реализует 350 тысяч рационов детского питания. Солидный опыт работы более 20 лет позволяет компании удерживать лидирующие позиции среди профессиональных операторов питания. Хочется поблагодарить Fusion за то, что они так благотворно с нами сотрудничают уже на протяжении 2 лет. Решаем вопросы все по питанию очень оперативно. Третий год Fusion Management обеспечивает горячим питанием школьников Серпухова. В период летних каникул готовит обеды для детских пришкольных лагерей. Сбалансированное питание – это залог здоровья и эффективного обучения. Очень вкусно. Я обожаю есть в столовой еды. Здесь еда очень вкусная. Очень вкусно. Готовить. Всегда здесь вкусно готовить. По итогам конкурса «Классный повар» лучшими стали веселые вишенки, но победила дружба. Сладкий десерт от истинных профессионалов своего дела шеф-поваров компании Fusion Management получили все три команды.